студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Сквозь легкую облачность проходит 90% ультрафиолета, но чистый снег отражает до 80% падающих на него УФ-лучей. Однако у нас отражение не задалось. На улицах никакого снега, в отличие от Кузбасса, который стал лидером страны по сугробам. Там высота снежной мантии доходит до 90-120 сантиметров, а в горах и вовсе до 1,5 метров. Нам о таком остается только мечтать. Но, судя по местным реалиям, в Старом Осколе и Губкине в последний месяц зимы покататься с горок на ватрушках вряд ли получится. И завтра возможен лишь легкий снежок. Ночью 2 февраля 2-3 градуса мороза, днем минус 2-0. Ветер по-прежнему южный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 745 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле спокойное. За месяц световой день увеличился на час. В четверг рассветет 8:05, закат 17:18.